Настало время завтракать на программе «Женакун». Достен, мы с тобой давно. Да, давно вместе мы с тобой не завтракали. Не завтракали, не готовили, да. Так что я просто счастлив. Взаимно. Пришло время присоединиться к нашему дорогому Талгату. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Что будем готовить? Сегодня у нас будет жульен. Угу. Жульен с грибов. Это шампиньоны у нас. Куриная грудка отварная. Можно, в принципе, и сырую использовать, но дольше времени. Так как у нас завтрак, мы с вечера ее отварили и быстро-быстро все это приготовим. У нас уже сыр. Да, совершенно верно. Достен, я попрошу тебя вот шампиньоны порубить произвольно в порядке. Не обязательно соблюдать нарезку жульена, вот как да, вот можешь. Так, вот там, вот, да, творчески. Да. Я подготовлю лук. А мне всегда нравится, я всегда спрашиваю, Талгат, вас, какое у нас сегодня будет блюдо? И каждый раз оно оказывается моим любимым. Либо я так люблю поесть, либо у нас Талгат просто. У нас Талгат такой гениальный повар. К жульену вообще подается же хлеб или не обязательно? Нет, не обязательно, не обязательно. То есть он сам такой самодостаточная вещь. Сытный, да. Мы включаем уже сковородочку? Да, сейчас мы будем включать сковородку. Достань, как у тебя с грибами дело обстоит? Я уже почти... Ну, за честно, я жульен вообще ни раз не пробовал. Не пробовал? Сейчас. Вот загадаешь желание. Просто я как-то не очень сильно люблю грибы. Отправляем лук. Также идет сразу курица. Все идет вместе почти. Но вы все-таки посоветовали бы уже использовать отваренную курицу. Ну, это для скорости, для быстроты. Можно, в принципе, запеченную, можно сырую. Да, но предварительно нужно курицу, нужно будет первую у нас обжарить. Без лука, без ничего, до такой золотистой корочки, да. Слегка присаливаем морской солью, чтобы вышла влага. Подождем, то, что у тебя в тарелочке и на доске, можешь выкладывать в нашу сковороду. Затем помогу. Все. Да, прям сковороду. Ох, как я люблю блюда, которые готовятся быстро. Да. Очень быстро. Не нужно ничего тушить. 3 часа. Сейчас объем наших грибов он уменьшится. Уменьшится, да, редко. Ох, как ты это делаешь. И сколько примерно мы эту смесь поджариваем? Буквально 3 минутки. Три минутки будет достаточно. 3 минутки, да? Да. То есть сами шампиньоны, если знаете, вот когда они свежие, да, вот как у нас в данном случае, есть даже салаты такие, да, там из сырых шампиньонов. Шампиньоны тонким слайсом, поливается соком лимона и там мешается с этой зеленью, размешивается и, в принципе, употребляется. Так что не переживайте, у нас все будет здесь. Не думайте, если что-то мы тут не доготовим или не дожарим, то есть все у нас будет здесь. Ну, я думаю, всему, пока... И ко всему сливки сделают сейчас свое дело. Поливаем сливки. Вот. Так. Слегка притушим. Ага. И отправим нашу смесь. Буквально, в принципе, через 3 минутки отправим нашу смесь запекаться в духовку. Мы все это выложим сюда. Да. Все это посыпем сыром, который мы уже натерли. И сколько это у нас будет готовиться? В духовом шкафу это буквально хорошо разогрета духовка. Здесь можно не бояться. Да? Здесь нам оно приобретет такую корочку хорошую. Можно. Ну, кто как любит, да? Буквально минутки 3-4, если 220 градусов. Леня аж не терпится уже попробовать. Ну, 3 минутки это как раз для того, чтобы вы посмотрели наш сюжет «Уроки самообороны». Друзья, программа «Женакун» на телеканале «Хабар» продолжается. И наш жульен уже почти готов. Не почти, а уже готов. Вот мы с пылу с жару достали его из духовки, где он у нас провел минут 5, да, буквально? 4 минуты. 3-4 минуты, просто чтобы расплавился сыр. Да, да. Талгат, пока я пробую, пожалуйста, перечислите для наших зрителей, что сюда входит. Здесь, знаете, жульен из грибов и курицы. Здесь у нас в данный момент шампиньоны. Мы обжарили с луком вместе с укропом и с курицей. Достен отлично порезал шампиньоны. Присыпали это, залили сливками. И, присыпав сыром, в форме мы запекли в духовом шкафу. В принципе, очень легко. Ага. Ну как, Алена? Это намного вкуснее, чем то, что я пробовала в кафе, спасибо, в ресторанах. Большое. Нет, ну не обижайте. Тем более, на самом деле. И как-то и вкусно, и вроде бы по-домашнему, да еще и до стен грибы нарезал. Ну это просто гениально. На здоровье. Наши аплодисменты, спасибо, как всегда, Талгат. Спасибо. Ну что ж, ну а мы с Достеном, сытые и довольные, продолжаем программу «Женакун». Оставайтесь с нами. Доброе утро, друзья.